Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1073. Дед Устим собрал со своего огорода 1200 килограммов овощей. Из них 26% составляли огурцы, 48% картофель, а остальное капуста. Сколько килограммов капусты собрал дед Устим? 1200 килограммов овощей – это и огурцы, и картофель, и капуста. Для того, чтобы определить, сколько было собрано капусты, нам нужно вычесть из количества всех овощей, из 1200 килограммов, количество огурцов и количество картофеля. Для этого нам нужно было бы определить количество, сколько было собрано огурцов, сколько было собрано картофеля, а потом все это вместе вычесть из 1200 килограммов. Но у нас известно, что огурцов 26%, картофеля 48%, поэтому мы поступим по-другому. Мы вычислим, а сколько процентов составлял количество капусты во всех собранных 1200 килограммах овощей. Если это было 100%, то нам тогда нужно из 100% вычесть 26%, это то, что составляли огурцы, и вычесть еще 48%. И вот тогда мы получим, сколько процентов составляла капуста. Ну, вычтем. 100 минус 26 – это 74. 74 минус 48 – это 26. Получили 26%. И это... Ну, вот так кратенько мы запишем. 26% из всего урожая – это капуста. Ну и теперь нам же нужно узнать, сколько килограммов было собрано капусты. Теперь мы найдем 26% от 1200 килограммов. Значит, 1200 килограммов – это 100%. Тогда, чтобы узнать, сколько это 1%, нам нужно 1200 килограммов разделить на 100, ну, по аналогии с тем, как мы искали 26 сотых от целого. Вот делим на 100. Значит, нам нужно запятую влево на два знака передвинуть. Значит, получаем просто 12 килограммов. Это 1 сотая или 1% от всего целого 1200 килограммов. Теперь, если мы 12 килограммов умножим на 26, то вот мы и узнаем, сколько же капусты было собрано. Умножим 12 на 26. 2 на 6 – 12. 6 и 1 – 7. Так, и здесь 24. Складываем. 2, 11, 3. Так, и теперь мы должны... ничего мы здесь не должны. Здесь у нас натуральные числа, значит, мы их умножили как натуральные числа. Получили 312 килограммов. И вот это на самом деле сколько килограммов капусты было собрано. Ну и ответ запишем. Дед Устим собрал 312 килограммов капусты. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.